Новости в прямом эфире. Здравствуйте. С событиями этого вторника вас познакомят корреспонденты РТС и я, Кристина Шипилова. Сегодня в выпуске. Вот во что превратились окрестности любимого абаканцами водоема в 10-м районе. Кто ответит за дурно пахнущую достопримечательность, расскажем. Как известно, летом здесь буквально не протолкнуться. Но такая излишняя популярность имеет свою темную сторону. В Хакасии высадят почти 300 саженцев кедра, сосны и других пихтовых пород. В тонкостях процесса разбирался Юрий Варивода. Вот этот воздушный мешок может запросто иссушить корень молодого растения. В Преображенские пруды запустили специальных микробов для очистки воды. Как работает японская технология, проверил сегодня экопатруль. Они работают, количество тяжелых металлов, судя по показателям, уже становится меньше. Уже завтра в Хакасии начинают работать участковые избирательные комиссии. Основная задача на ближайшие дни – уточнить списки и подготовить помещения участков. С 9 сентября избиратели могут сообщить в УИК о желании проголосовать в день выборов вне помещения для голосования при наличии уважительной причины. А в 4 районах республики уже 16 сентября пройдет досрочное голосование для избирателей, проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях. Выращенный в Минусинске помидор признан самым большим в России. Напомню, каждый год власти соседнего города чествуют лучших огородников за самый большой томат. В этом году вес чемпиона достиг 2 килограммов 200 граммов. Вырастила такого богатыря Наталья Щербинина. В номинации «Минусинский чемпион 2021» огородница получила за небывалое чудо автомобиль «Лада Гранта». Кроме того, рекордную помидорину заметили эксперты. Минусинский победитель признан Международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» самым большим в России. Берег любимого водоема абаканцев утопает в пластике и целлофановых пакетах. После шумных выходных выйти на прогулку с детьми просто невозможно. С такой несанкционированной свалкой под боком вынуждены соседствовать жители 10-го района Абакана. Когда и, главное, кто должен ликвидировать эти мусорные завалы, выяснял Оскар Артамонов. Водоем на 9-м километре Аскисского тракта – это одно из самых излюбленных мест отдыха жителей республиканской столицы. Как известно, летом здесь буквально не протолкнуться. Но такая излишняя популярность имеет свою темную сторону. Судя по такому количеству пластиковых бутылок и другого не поддающегося описанию мусора, вечеринка удалась на славу. Каждое лето этот берег превращается в жуткий балаган из пьяного хора голосов, громкой музыки и нецензурной брани. Когда-то люди покупали участки у озера, чтобы сбежать от городской суеты и наслаждаться прогулками на свежем воздухе. Но получилось все, как в одном известном демотиваторе – ожидание – реальность. Отдыхающим гостям неведомы элементарные правила культурного поведения, негодуют жители 10-го Абаканского района. Мы же здесь живем, нам неприятно, что они приезжают, накидали, набросали и уехали. А мы остаемся в грязи, получается, с мусором. Нам это сильно неприятно. Нам, конечно, это все не нравится. Они оставляют и на берегу все, и в воде это вся грязь. И нам под забор складывают, и мусорные баки нам заполняют. Должно это как-то решаться, должны убирать. Везде около этого озера, карьера, очень много мусора. Никто не следит, не убирает, ответственных нет. Кому что здесь принадлежит, никто не знает. Жить со стихийной свалкой под боком людям надоело. Со своим криком души они обратились в Центр развития общественного контроля. На жалобу отреагировали в Минприроды Хакасии. Выяснилось, что замусоренная земля находится в частной собственности. В профильном ведомстве заверили, владелец найден. Теперь ему предстоит выплатить штраф и ликвидировать этот бардак. Оскар Артамонов, Станислав Колчинаев, РТС. Осень. Необъяснимых поступков все больше. Полиция ищет свидетеля одного из них. В Абакане мужчина стрелял в отделении банка. Все произошло ближе к вечеру в офисе по Дружбе народов 2А. Мужчина принес с собой пистолет, выстрелил вверх, развернулся и вышел. Он сейчас на видео. Сняла происшествие камера наблюдения. Правоохранители просят помочь разыскать стрелка. Номера телефонов, по которым ждут любую информацию, на экране. Конфиденциальность гарантируется.
Жители Хакасии, привитые от COVID-19, могут бесплатно сдать тест на антитела. Исследование проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Специалисты напоминают, что сдать кровь можно не ранее, чем через 21 день после вакцинации. Желающих приглашают в кабинет на маршала Жукова 5А в понедельник, среду и пятницу с 8 до 10 утра. Результаты будут готовы в течение недели. Все вопросы можно задать по номерам, указанным на экране. Между тем, за сутки 205 жителей республики победили коронавирус. Заразились за это же время 112. Распространение вируса значительно снижается. Республиканские медики фиксируют такие показатели уже вторую неделю. Тем временем расслабляться врачи не советуют. Меры безопасности не теряют своей актуальности. В подтверждение – страшная статистика. Еще 5 пациентов скончались от COVID-19. От силовиков до волонтеров. Республиканские лесники пригласили различные структуры и общественность поучаствовать в российской акции «Сохраним лес». Первые саженцы появились сегодня в Бейском районе. Помимо плановых посадок сосны, кедра и других хвойных, лесничество Хакасии стали участниками всероссийской акции. Она направлена на восстановление лесных угодий, пострадавших после пожаров и ураганов. Будет в общем высажено более 100 гектар посадочного материала в количестве где-то около 300 тысяч штук. Вообще цель этой акции – вовлечение общественности в темы лесовосстановления. Сегодня сводный отряд укоренял сибирского кедра в степной зоне рядом с Беей на площади в 5 гектаров. Многие из добровольцев впервые принимают участие в лесопосадке. Но здесь есть свои наставники. Михаил Мещеряков отдал лесничеству почти полвека. Теперь передает свои знания другим. Сетует на одно. Посадка сегодня проходит в зоне риска. Лошади, скот пасется, естественно, будет погублено. Но даже 40%, 50% останется, и то достаточно. Посадки ведутся механическим и ручным способом. Меч Колесова чем-то напоминает лопату в усеченном варианте. Этот инструмент по-прежнему остается незаменимым для лесников. Орудие способно легко вгрызаться в плотную почву, а в работе оставаться абсолютно простым. Совершается крепкий удар, и в лунку опускают деревце. Второй удар наносится еще мощнее, чтобы максимально придавить саженец и избежать там воздушного мешка. Вот этот воздушный мешок может запросто иссушить корень молодого растения. Лесопосадки по республике продолжатся и дальше, до самых морозов. Тем более, что осенний период для хвойных пород благоприятный. Нет проблем и с молодняком. Питомники готовы поставить столько материала, сколько нужно. Юрий Варивода, Руслан Шалгынов, РТС. В Хакасии внедряют японские технологии. В одном из наших выпусков мы уже показывали, как волонтеры и неравнодушные жители столицы Хакасии атаковали пруд в Преображенском парке глиняными шариками, в которых живут уникальные микробы для очистки воды. Сегодня экопатруль движения «Новая жизнь» проверил, как они действуют. Летние кадры маленькой, но сильной армии необычных колобков. Для этих пушистиков уготована судьба – залечь на дно Преображенских прудов. Дело в том, что эковолонтеры поселили в эти глиняные шарики микробов. Этим крохам по зубам примеси тяжелых металлов, нефтепродукты, более 30 вредных веществ. Вывели микроскопических зеленых помощников японцы. В России пока один представитель этой технологии – во Владивостоке. Оттуда они и попали в руки Капаканскому движению «Новая жизнь». 15 июня 2021 года мы закинули в Преображенский пруд М-колобки, которые лепили сами, с ребятами, которые до сих пор нас продолжают принимать участие в исследовательском научном проекте «Экопатруль Hard Skills». То есть сейчас мы с ребятами занимаемся тем, что вместе с наставниками из ОПТ, Хакасии, Акванториума изучаем воду. Пока вода не замерзнет, сюда приезжают специалисты по охране окружающей среды раз в неделю. Результат работы микробов не заставил себя ждать. Очередные пробы воды показали. С поставленной задачей колобки справляются на ура. Вода стала не такой жесткой и мутной. Рыба тоже есть.
они работают. Количество тяжелых металлов, судя по показателям, уже становится меньше. Мы берем 4 вида анализа. Это pH, смотрим показатели, какая среда: кислотная, нейтральная или щелочная. ОВП, окислительно-восстановительный потенциал. Жесткость смотрим, жесткая вода или мягкая. И смотрим количество примесей. Экологи все фиксируют, затем передают ребятам-волонтерам. Подростки изучают показатели. Цель – довести свою большую работу до конца, от маленьких шариков до чистых прудов. А итогом станет совместная научная работа. В свои ряды экопатруль «Новая жизнь» приглашает всех школьников от 13 до 15 лет. Полина Назарова, Дмитрий Парахин, РТС. Сказку про добро, верность и бережное отношение к природе предлагает сочинить Абаканский зоопарк. Центр живой природы объявил конкурс для школьников. Жанр работы – мультфильм. Автором может стать любой юный житель республики от 5 до 17 лет. Посвящено творческое состязание Дню тигра. Организаторы и название работ придумали. День рождения Сильвера. Однако героями сказочного сюжета могут стать не только полосатые обитатели зоопарка. Предлагают задействовать других животных или даже растения. Победители получат грамоты и памятные призы. А Союз женщин провел свою экологическую акцию, причем с патриотическим уклоном. В Потининской школе активистки высадили сегодня аллею сирени, которую посвятили герою Советского Союза, летчице Валентине Грязодубовой. Памятным местом стала средняя школа Подсинева. В этом году ей исполняется 100 лет. Приурочили и другую важную годовщину – 80 лет со дня создания женского антифашистского комитета. Поэтому эти события решили объединить. Этот комитет охватил не только Советский Союз, но и все страны Европы, где женщины одну преследовали цель – все женщины. Надо победить фашизм. Акцию, которую проводит Союз женщин, проходит по всей стране, в том числе и в Хакасии. Неизменный атрибут – молодые саженцы сирени. Такие уже высадили в городах региона. Год назад, наверное, два, значит, в честь юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было решено провести акцию «Женское лицо Победы». Нынче Подсинье богато на праздники. Впереди 155-летие со дня основания. Как считает местная власть, село постепенно возвращается к современным условиям жизни. У села Подсинево есть будущее, оно будет развиваться, и оно находится очень на выгодном таком местоположении между, скажем так, республикой Хакасия, центром республики Хакасия, и там город Минусинск, рядом город Черногорск. За последние пару лет здесь появились объекты соцкультбыта, новые дороги, построен детский сад, возводится храм, восстанавливаются памятники. Республиканские тепловики этим летом подвели систему отопления, минуя угольную котельную птицефабрики. В селе открылись даже супермаркеты и фирменные магазины. Юрий Варивода, Станислав Колчинаев, РТС. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем информационном портале tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Всего вам доброго и до встречи!